Итак, всем привет, и LG G6 могут официально представить уже 26 февраля на выставке MWC 2017. Но еще задолго до мероприятия в сети появились основные подробности о новинке. По слухам, LG откажется от идеи модульного флагмана в пользу цельнометаллического аппарата с крепким корпусом и большим дисплеем. Свежие снимки, попавшие в сеть благодаря южнокорейским СМИ, практически полностью раскрывают дизайн G6. Как и предсказывалось ранее, корпус смартфона не отличается малой толщиной, зато вмещает аудиоразъем 3,5 мм, порт USB Type-C и лоток для двух сим-карт или карты памяти. На задней панели установлена двойная камера со вспышкой, под ней площадка для сканера отпечатка пальцев. Полоски антенн практически не бросаются в глаза. Единственное, судя по всему, динамик расположен на нижнем торце. Правее симметрично USB Type-C. Кнопки навигации будут наэкранными, поскольку под дисплеем расположена лишь узкая металлическая полоска. LG G6 получит 5,7-дюймовый экран с разрешением 2880 пикселей на 1440 пикселей и соотношением сторон 18 к 9. Внутри будет установлен прошлогодний процессор Qualcomm Snapdragon 821.